Так, начинаем по китайскому языку. Здравствуй. Привет. Рафаэль, да? Ни хао. Ни хао ма. Вот он хал. Так. Сегодня будем изучать народы. Так, не то. Там будем так долго изучать. Чем? Какой тон слышишь? Я слышал. А так не Я слышно. не могу говорить. Да, сейчас. Ну, я сказал, но ну, давай еще диктор скажет. Чом. Джон. Какой тон? Последний. Какой тон? Джон. 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 Есть, а есть. Джон. Какой тон слышишь? Джон. Первый. Первый у нас. Ну давай тогда нарисую тебе. Номер три. Да, три. Все правильно. У нас тоны укладываются в букву М. Первый тон. Восходящий. Нисходящий. И вот у нас восходящий, нисходящий, нисходящий, восходящий, вернее, и нисходящий. Вот у нас. Ну, если брать еще нейтральный тон, то можно и так продолжить. То есть у нас вот первый тон, это у нас восходящий тон, это у нас третий тон, восходящий, нисходящий, а, это у нас а, и это у нас а. Сверху вниз. Можешь тебе эту букву М написать, чтобы и прям циферки написать. Один, два, три и четыре. Ну и пять — это нейтральный тон. Его можно не запоминать. Тон. Чом. Жень. Что это у нас? Жень. Человек, который первый. Да. Жень. Вот у нас второй тон. Жень. Жень. Да, опять человек. Жень. Жень. Джон. Дом середина четвертый. Чон. Да. И страна у нас Китай. Вот как раз Чонго. Джонгу. Джонгу. Да. Второй вот иероглиф произносится третьим тоном. Го. Где живешь? В какой стране? Россия. Я в Израиле. Это самая маленькая страна. Ну, не самая маленькая, есть меньше. Ватикан — самая маленькая страна. На время находится. На карте Израиль как ноготочек мизинца. Давай найдем соотношение. Давай ты прям найдешь. А, это Джон. Да. У тебя мышка есть? Чон. Чон. Го. Го.
少人人多多啊，是不能多多это много少это мало少少多少это сколько то есть много или мало го го это у нас второй тон го это страна который го да страна все правильно да вот это второй да давай человека найдем人人人号号这中是 номер 号中的это середина все правильно国молодец 你们不是中国人можешь перевести что означает не мен буши джунгожен как ты вы не китайцы да вы не китайцы все правильно you are not chinese доктор ван is not Chinese.医生. Wang. Bushi. Zhongguo. Ren. Wang Yisheng Bushi Zhongguo Ren. Вначале мы говорим имя, а потом уже его должность. Ну или фамилию, а потом должность. Wang Yisheng bu shi zhongguo ren. Нет, по-английски наоборот. А? Да, по-английски будет доктор Ван, а по... По-китайски будет Ван Ишен. Буши. Что это у нас? Буши. Да, не является. Чунгуэн. Ты китаец? Вернее, они китайцы? Являются? Ши. Да, там и ши. Чунго. Рен. Ма. Да, ма обязательно, потому что вопрос. Вомен буши чунго рен. Вомен буши чунго рен. Woman, woman. Чунгуорен. Да, учитель китаец. Да, ты уже запомнил, что в начале Ли имя, лао-ши. Фамилия, а потом уже должность. Является? Ши. Ши. Рен. Чунго. Рен. Ли лао-ши ши чунго рен. Тамэн ши чунго рен ма? Тамен ши чунго рен ма? Чунго рен ма? Ну и ты тоже произноси. Тамен ши чунго рен ма?
Ты китаец? Вначале ты, потом являешься, потом你китаец. И是вопрос не забыть.中国人吗？你是中国人吗？ты тоже произноси。你是中国人吗？你们不是中国人吗？你们不是中国人吗？不是，你们不是中国人吗？人吗？你произнеси。你们不是中国人吗？他也是中国人。他也是中国人。他也是中国人。по-английски сможешь написать? попробуй. Слова Можно я. посмотреть язык на английский перевод. А, да, у меня язык не поменялся. Секунда. Не, мне долго еще займет. Хи. Только я хотел хай. Хи. Ой. Хи. Ой, хай. Хи. Ну, скажи тогда по-русски, как переводится. Он тоже является китайцем. He is also Chinese. Да, тут заглавные буквы, но я не пишу заглавные. Ли 老师是中国人。И Ли 老произнеси师тоже. 是中国人。Произнеси. Ли 我老是师。中国人。李老师，哎，他不是是中国人。中国人，我是中国人，кто？我是中国人。I'm is 中国人。I miss Chinese. 哎，快看我们家。你是中国人吗？你是中国人吗？He is. только не he, а 你。Я тебе на английском говорю, что ты написал. Ни, как переводится? Ни. Ты. Ты, поэтому you. Ни ши чунго жен ма. Неправильно. Are you? Да, are you, да, можно по-английски по-разному как сказать, в разговорном варианте, возможно, без инверсии, но да, ты правильно говоришь. Are you Chinese? Доктор Ван. Doctor Wang is not Chinese. Не китаец, давай переведем. Ишен Wang. Вначале мы пишем фамилию, Пуши. потом должность. Пуши. Я не нажалась. Ишен Пуши.
中国人。 中国人. Ну и вот такой небольшой урок у нас произошел. Ты вспомнил, как будет нации разные на китайском и, соответственно, смог потренироваться, как рассказать о своей национальности. Тогда до следующего раза. Пока. Тайден. Тайден. Mm-hmm.